Лексикол, писал. Кажется, я видел четвертого. Thank you.
слушай очень внимательно. Своих сторонников, называя противника главным агрессором. В морские порты подходят иностранные суда для немедленной эвакуации пострадавших.
Это был Рубен Лагимби из Портсилау. Да, сюда. Рад тебя видеть. Пойдешь сегодня один или вместе пойдем, на всякий случай? Пойду с удовольствием. Удачи. Снова украл твою текилу. Ублюдок две бутылки выпивки взял. Я их из Мехико привез. Сам бы разобрался, но у меня ведь испытатель срок. Две бутылки выпивки, маленький камушек, и я сломаю для тебя его левую руку. Договорились. Заходи пусть. Это было. Что? Давай-ка проверим.
Думаю, такой человек, как ты, понимает толк в бизнесе. С севера идет колонна с оружием. Позаботься только, чтобы он не дошел. Сделаешь это, и я привезу тебе на продажу новые блестящие игрушки. Очень хорошо. Делового человека я сразу вижу. Пенки, айсик.
Ты охранник новый или кто? Ты не охранник. Где охранники? Круто. Хорошо, крутой чувак. Меня зовут Сяньон. Но не старайся выговорить, ошибешься. Мы оба живы. Я куплю тебя выпить в баре. Будут еще охранники. Пора уходить. Но не вместе, лучше поодиночке. Ты его видел в последний раз? Вон там. А
Ай, босс, ранили меня! Thank you.